О, смотри, это же скульптура Тони Крэга «Монастырь». А что мы знаем о самом авторе? Тони Крэг родился в Ливерпуле, но живет и работает в Упертале. Он начинал как художник в 70-х годах, поэтому его первые работы выполнены из найденных материалов и отражают ту эпоху. Я знаю, что он начал экспериментировать с разными материалами. Создание образов его подтолкнуло интерес к объектам, которых не существует в природе, но которые отражают ощущения от мира и, собственно, существование автора. Похоже, это работа из тех времен, когда он делал свои скульптуры из найденных материалов. Но сколько же железа он на него пустил, сложно представить. Но я не историк. И что же за события он пытался отразить в тех работах? Работы того периода, включая монастырь, очень напоминают эпоху панк-революции конца 70-х годов, правда? Это очень похоже на ту странную моду. Да, я слышал о ней. И действительно, стремление делать произведения искусства из всякого хлама вполне духе того времени. Еще я помню о великом французском скульпторе Родене, который повлиял на всех современных скульпторов, о ком я только знаю. И Крэг один из них? Да, Родена вообще можно назвать столпом современной скульптуры. У Крэга, например, есть работы ног, лица. Все это отпечаток Родена и его попыток найти смысл в отдельных частях. Ну, это явно не похоже ни на руку, ни на ногу. Но вот я видел фотографии гигантских вещей на улицах городов. Пилы, скрепки, печати. Обо всем этом мне напомнила тяжесть этой скульптуры. Это работа в стиле поп-арт. И да, уж их размеры заставляют задуматься о значении вещей. Собственно, как и скульптуры Крэга. Но что же автор пытался отразить в этой работе? У Родена там настоящее искусство, а здесь я вижу только груду металлолома до шестеренок. Да, ты можешь видеть скульптуру как груду железа, но если задуматься, присмотреться и вспомнить название, то начинает отчетливо проявляться шпили готических собор. Или пагоды. Да, зубчатые шестеренки очень напоминают узоры на серебряной пагоде. Но какой в этом всем смысл? Что пытался сказать автору? Мне кажется, Крэг играет на контрастах. Ты так думаешь? Да, ведь монастырь — это олицетворение святости, духовности. А тут появляется монастырь, но и железо. Ржавый и тяжелый. Нет того же ощущения, что в настоящих соборах и храмах. Да, отсутствует легкое стремление к святому. Мне кажется, монастырь Крэга стал метафорой духовному упадку. И тут опять вспоминается эпоха панк-революции. А может, это храм науки? Памятник стремлению ввысь? В каком стремлении ты говоришь? Стремление к звездам, чему-то внеземному, таинственному. Все эти шестеренки, диски напоминают мне о тарелках и телескопах, всматривающихся и вслушивающихся в пустоту космоса. Обо всем напоминают мне обо всем неземном и таинственном. Андрей, у нас совершенно разные мысли, но при этом оба взгляда верны, потому что это и есть один из принципов современного искусства. У нас есть возможность сочувствия, сотворчества и совоображения. Невероятно.